Девушка, не трогайте слайм. Лучше, чем любой iPhone или MacBook. Ну все, давай же не будем рассказывать про твои жопные дела. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Маша и Денис. Всем привет. И сегодня мы снимаем вторую часть челленджа «Угадай правильный цвет, чтобы выжить». Ну, вы понимаете, да? Угадай цвет, чтобы выжить. Если вы смотрели первую часть, вы знаете то, что мы выделили огромную сумму. И я надеюсь, Арсений потратит как надо бюджет, выделенный на вторую часть видоса. Огромный бюджет на этот ролик. Давайте уточним, на сколько. Но что-то, вот как-то, что-то как-то он не увенчался успехом. Надеюсь, что в этот раз... А получили вот столько. Надеюсь, что в этот раз оператор у нас позаботился о судьбе данного ролика и купил всякие разные крутые штуки, чтобы мы угадывали их цвет и забирали себе, и были счастливы просто. Кто не видел первую часть, обязательно посмотрите, это очень важно. Давайте вот прям вот после просмотра этого ролика заходите и смотрите. И, дорогие друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что еще чуть-чуть, и у меня на канале будет 3 миллиона подписчиков. Ты хочешь, чтобы у меня было 3 миллиона подписчиков? Я хочу. Я тоже очень хочу 3 миллиона подписчиков. Подписчиков, так что давайте, поддержите меня прямо сейчас, я досчитаю до 5. Раз, два, три, четыре, пять. Зайчик, кушу погулять. Ну а вы, я надеюсь, подписались на канал, ну а мы начинаем, поехали. Первый раунд, и цвета меня уже интригуют. Синий, зеленый и сиреневый или фиолетовый. Господи, когда-нибудь я начну их различать. Фиолетовый. Неважно. Давай, раз, два, три. Напоминаю, мы скидываемся на каждом раунде, и это определяет первоочередность того, кто будет выбирать цвет. Я выиграла, значит, я имею право выбрать первый цвет из этих трех цветов. Внимание, если мы с Денисом не отгадываем цвет, ни я не отгадала, ни Денис не отгадал, то вещь, которая находится внизу этой коробки, уходит к оператору. Так, какой я выбираю синий. Я к зеленый. Смотрим? Давай. И это... Это нерф! Синий. Я думаю, а чё, где тут зеленый, где фиолетовый, синий? Вот так-то там заряжены. Одной штучкой, одной пушкой. Ну-ка, подожди. Вот, всё. Там одна заряженная просто пулечка. Он увернулся. Ты пульку потратил просто зря, Денис, если зомби-апокалипсис, уже нерв не заряжен. Ну, всё уже, да? Одно ты просто впустую мою пулю потратил. Ну что ж, дорогие друзья, я забрала себе такой прекрасный нерв, он такой классненький, синенький, я очень рада. И мы идем дальше. Готово. Готово, да? Уже все готово, давай смотреть, какие цвета. Сиреневый какой-то, коричневый и голубой. Я думаю, что вот такой. Такой непонятный цвет неоднозначно, вообще какой-то фиолетовый реально и коричневый. Ладно, красный, красный. Суефа. Не надо, все, я выиграл. Я выбираю коричневый. Я вот этот, раз, два. Что, ты решил передумать? Я голубой выбираю. Голубой выбираешь? Да. Раз, два, три. И какой это у нас? Пушка-бомба! Зеленый, да? Это был такой зеленый цвет? Ну, похоже, в принципе. Где-то в другой галактике. Но в любом случае, я думаю, что тебе это достается, потому что коричневым здесь ничего не пахнет, и вот этим фиолетовым тоже. И Денис у нас забрал себе... Зеленый цвет с помощью синего цвета. Ты слайм забрал! Давай посмотрим. Блин, я тоже хочу. Нифига, нормальный. Так, 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 не трогайте. Девушка, не трогайте слайм. Я так давно не играла такими штуками. Прикольно, хороший, да? И все зеленые теперь. Ну так воняет. Фу, ужасный слайм у тебя, у меня нерф. Классный слайм, смотрите. Вообще крутой. Скажите же, мой нерф круче, чем вот этот вот непонятный зеленый слайм Дениса. Фу, вообще. Ну выиграл и выиграл. Угадал и угадал. Выжил и выжил. У нас тут опять грустные цвета. Опять коричневый, черный и голубой. Странные цвета. Давай скинемся. Че? Грустные цвета, давай скинемся. Так, я выбираю черный. А я голубой. Раз, два, ты че, коричневый, да, выбираешь? Давай, подожди. Черный, да? Ну, судя по всему, да. Упаковка, правда, зеленая. Но пауэрбанк, который находится внутри данной коробочки, у нас черный. Который даже не покупали. А сперли у нас из хаты опять нашей. Пауэрбанк. Да, тебе так повезло. А как он включается? У него нету кнопки? Тебе правда, кстати, так повезло? Да, у него без кнопки. А на сколько? Это просто классный 5000 мАч пауэрбанк. Два раза iPhone можно зарядить, между прочим. Я выбрала опять не тот цвет. Но один фиг я бы его не выбрала, потому что Денис выбрал первый черный цвет. На 2000 он половина. Не повезло.
И у нас какой-то раунд. Это у нас вот такие цвета. Белый, черный и сиреневый. И мы будем скидываться с Машей. Давай, начинаем. Маша, скидываемся. Раз, два, три. Я выиграл. Я выбираю. Я выбираю белый. Ты черный, да? Да, подожди. Я выбираю белый. Потому что я первая. Я выиграла право выбора выбирать первое цвет. Я черный сказал. Или белый сказал, не знаю. Раз, два, три, сиреневый. О май гад, это чё, кроссовки Zara? Это офигенные белые кеды Zara. Слушай, ты отгадала. Белого цвета, я отгадала. И размера твоего, наверное. 40-го размера. Ааа, это совпадение, не думаю. Блин, круто, они такие легкие, потрогай. Блин, в них бегать можно, спортом заниматься. Они такие клевые, посмотрите, футбол какие они красивые. Футбол играть вообще. Они новенькие, Арсений. Ты такой молодец. Ты сходил и купил замечательные кроссовки за 1599 рублей. По скидке. Так, уже видно, куда был потрачен бюджет. Классные кроссы. Я очень рада, что я отгадала их цвет. И я выжила, и кроссовки выжили. И этот раунд просто пушка. Это лучшее, что я выиграла. Ты затащила этот раунд. Поздравляю тебя. Ай, как больно. У меня же там кольцо. Ты че? Смотри, какая вмятина. У меня палец, по-моему, сломал. Давай мне руку свою с кольцом. Да ты мне так же. Я актер! В общем, здорово, круто, весело. И мы переходим в следующий раунд. О, наконец-таки, веселые, красивые цвета. Желтый, зеленый и красный. Давай узнаем, кто будет выбирать первый. Ну, понятно, моя любимая бумага. Желтый. Меня. Так, ты выбираешь желтый, я выбираю... Голубой. Красный хочу. Опасный. Давай. Офигеть! Я просто тащу. Ты монстр. Я просто тачки вот. У тебя чуйка на Hot Wheels. Тачки, тачки. Смотрим, это пожарная. Вернее, а мне кажется, это школьный автобус. Скорая, вернее, это скорая. Скорая? Реально? Это не написано школьный автобус? Написано же. Это типа реанимация. Да. Нифига себе машина. Может, это не скорая? Это вообще-то пожарная машина. Короче, неважно, вы там. Там это... шланг. Вы видели? Там такой шланг, который надо размотать, но он не разматывается. Вот смотри, а это типа люди. Смотри, люди, люди, люди. Это типа шланг. Ну, в общем, в коллекцию Дениса, у него уже такая нормальная коллекция. Мне кажется, машинок 20, наверное. Сколько у тебя машин? Ну, где-то, короче, в районе 40 машин. Розовый, зеленый и желтый. Скидаемся. У нас на сводке дня. Давай. Раз, два, три. Блин, это такая фигня, я перед бумагу поставила. Что у меня? Я не понимаю, как это зеленый. Происходит. Желтый. О! В наши дни это лучшая вещь. Антисептик. Ну ты со мной поделишься. Делайте так всегда и везде. Блин, я тоже хочу антисептик. Ладно, у меня много антисептиков, так что ничего страшного. Я тоже теперь антисептик. Я поняла, как озвучивали Дональда Дака. Мы переходим к следующему раунду. Смотрите, 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 смотрите. Ну что, у нас черный, красный и... Бирюзовый. Бирюзовый. Я выбираю. Да ты еще пока ничего не выбираешь. Давай, быстренько. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну все, выбирай. Красный выберу. Черный. Черный, да? Окей. Это что? Это я красный выбрала? Маша забирает Джелли Белли. Женщина Wonder Woman. Женщина-чудо-кошка. Это не она. Это просто чудо-женщина. Wonder Woman. Чудо-женщина. Знаешь, чудо-чушка. Чудо-женщина уходит Маше. Слушай, Wonder давай попробуем. Чудо-женщина, да? Да, Wonder Woman, это чудо-женщина. Смотрите, какие красивые Джелли Белли. Капец, классные. Наверное, не пробовала. Давай выбери цвет конфеты, который ты хочешь, только одним цветом. Типа зеленый. Еще. А там какой есть вообще? Там вообще нету зеленого. А красный дай. А я белый хочу, наверное, не со вкусом шампанского. Ммм, реально шампанское. Ммм. Главное, не запьянеть такими конфетами. Вкусные конфетки вообще-таки. В этом раунде у нас зеленый, черный, оранжевый. Давай, левой рукой. Ну давай, ладно, выиграла. Зеленый, черный, красный. Я выбираю красный. Красный выберу. А я зеленый.
Зелёный. Да ё-моё! Опять. Это цветной слайм. Клей для слайма. Слушай, на зеленый, походу, это прям твой цвет. Ты уже какой раунд с помощью зеленого цвета забираешь себе. Очень классный предмет, между прочим. Антисептик. Теперь еще и клей для слаймов. Такими темпами ты заберешь, надеюсь... Весь куш. Да. Ладно, давайте дальше переходить. Ой, смотри, какие цветы. Зеленый, розовый и си-оранжевый. 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 Все перепутал. Давай скидываться быстренько. Раз, два, три. Ну и ладно. Я розовый выбираю. Очень красивый. Смотрите, какой малиновый. Это какой? Зеленый. Зеленый, да? Оранжевый, оранжевый. Ну какой определить? Оранжевый. Оранжевый, да? Все, давай. Давай. Зеленый. Оранжевый. Я розовый, прикиньте, выбрала. И что это? Это Инстакс. Инстакс мини. Это чехол на мой Инстакс. Прикинь, если бы ты... А это розовый? Походу. Или это оранжевый? Это вообще розовый. 100%. Уверен? Ну, коробка розовая. Зай, так это оранжевый или розовый? Да розовый, ты уже успокойся уже. Я просто переживаю, что вдруг нет. Смотрите, какой стильный, модный. Всегда хотела себе чехол. Стиль, модная, молодежь. Только вот аппарата не хватает. Крутяк. Теперь у меня есть чехол для моего Инстакса розовенького. Вот такой вот красивый. О-о-о, что у нас сейчас такой выбор стоит? Розовый, голубой, красный. Это же фиолетовый, голубой и оранжевый цвета. Скидываться будем? Су-е-фа! Yeah. Итак, я выбираю такой вот замечательный бирюзовый цвет, как эта замечательная бирюзовая коробочка. А я выбираю розовый. Давай смотрим. О, боже мой! Это же просто блажная туалетная бумага! Какая блажная? Блажная туалетная бумага! И, судя по всему, она голубая, и этот приз достается мне. Повезло так повезло. Важная туалетная бумага в наши времена, это просто на вес золота. Она просто прекрасная, я считаю, что это супер-пупер круто. Это лучше, чем любой iPhone или MacBook. Или да, реально, да, тут точно-точно. Давайте поговорим вообще о плюсах влажной туалетной бумаги. Она очень мало расходуется. Берешь вот один вот такой вот лепесток, один, вытираешь и смываешь. А еще она пахнет. И можно не ходить в душ. Чтобы жопа не воняла, нужно использовать влажные салфетки, да? Это бумага. Она смывается точно, в унитаз. Точно. Ну все, давай же не будем рассказывать про твои жопные дела. Смотрите, нам вообще не интересно. Смотрите. Может, Маша теперь всегда будет жопой чистой ходить. О, вообще идеально. Я не признаю, зачем Арсений купил эту штуку. Явно не для фотоаппарата. Офигеть. Все готово. Ты посмотри. Такие маленькие кубики. Синий, розовый, голубой. Раз, два, три. Ты меня порезал. Я выбираю. Ну так ты выбирай, синий, не открывай. Синий, синий. Синий выбрал, а я розовый выберу. Ё-моё! Это увлажняющая маска для рук. Арсений забирает ее себе. Блин, так-то она крутая, я бы ручки себе сделала. Но увы, но он ее забрал, все. Последний раунд. О, нифига так быстро, мне кажется, здесь что-то крутое. Не говори. Три, два, один. Yes! Ну, по цветам. У нас синий, красный и розовый. Я выбираю... Какой выберешь? Я красный выберу. Ты же первый выбираешь. Ты красный, да? Да, ты синий, я, да? Я синий хотела выбрать. Окей, давайте. Я синий выбираю. Смотри. А, я смотрю. О-о-о, красный. Это мой цвет, красный. Это мои любимые поки. А они с чем, просто? Самые вкусные. Будем пробовать. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш челлендж закончился. Надеюсь, что он вам понравился. Не забудьте поставить лайк и написать в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы продолжали эту тему. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорой встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Пока!